Чем могут гордиться магнитогорские строители? Конечно же, металлургическим комбинатом, ну и новостройками. А самая лучшая новостройка, без тени сомнения, это поселок Нежный. Вообще в журналистике применить слово «самый», ну, не всегда можно, потому как кто-нибудь сделает еще лучше. Ну, сами подумайте. Но в данном конкретном случае действительно поселок Нежный является самым лучшим, потому как руководство поездило, посмотрело и, как оказалось, есть чем гордиться. И о предмете гордости сегодня поподробнее. Востребованность. Вот что сегодня предмет гордости. Сегодня магнитогорец может выбирать, где он будет жить. В квартире, таунхаузе или доме. И даже просто прокатившись по новостройкам, а лучше делать это вечером, можно убедиться, что в городе реально востребовано. А на что денег просто нет. Мы же не стали дожидаться ночи и проехались вечером по улицам поселка Нежный. Ну, пока не свой дом, но в гости приехал. Как оно здесь-то? Да ничего, природа. Хорошо. Приятно. То есть вот раньше домик в деревне, пришлось бы ехать далеко, да. А сейчас? Сейчас почти в городе. А самому охота такой вот? Да, конечно. Ну, некоторые... Шикарные дома. Все хорошо. А на поселок Крылов заезжал? Да. Разница есть? Есть. Чувствуется разница в воздухе. А вот то, что под ногами, а вообще с инфраструктурой, с канализацией, с электричеством, с газом. Большая разница. Там не газифицировано. Здесь газифицировано, и канализация, и все. То есть поселок Крылов поменяем спокойно на поселок Нежный? Конечно. Тем более, зная там стоимость недвижимости, здесь можно, по-моему, 3 участка купить. Да. Ну, правда, далеко от города, подальше ведь, но... Ну, уж совсем далеко, 3 километра, да, практически? Да нет. Ну, подальше, чем старая магнитка. А планировка домов устраивает? Да, хорошо сделано. Вы когда-нибудь могли мечтать о том, что ваши дети будут жить в своем доме? Нет, я вообще не думала. Потому что к земле ни зять, ни дочь особой тяги не имеют. А сейчас? А сейчас вот мы их приобщаем к земле. Вообще здорово это жить вот на земле? Конечно, что не надо разрываться, ехать в сад, ехать в гараж, все это в одном месте. Конечно, это здорово. Наверное, когда ваши дети выбирали дом себе, они наверняка много чего поездили и с вашего совета посовещались. И все-таки остановили выбор на Нежном. Не пожалели? Да, мы много ездили. И в Радужном, и в Прибрежном, и Левый берег, и на Крылово искали везде. Но потом мы уехали со старшим внуком отдыхать, и они вдруг нам звонят, что они здесь купили дом. Вообще выбор же дома – это такая сложная штука. Каждый строит под себя, а найти что-то идеальное невозможно. И в этом смысле, ну, здесь, по-моему, в принципе, очень неплохая планировка. Для молодежи очень даже хорошая. Отличная, можно сказать. А учитывая, что 12 суток, наверное, и для бабушек, и для дедушек место найдется. Найдется место, точно. Найдется. У нас вообще-то в городе квартира, и мы пока с ней расставаться не думаем, но вот внуков поднимать помогаем. А вообще мечта, да, вот на пенсии, ну даже если квартиру в городе можно же сдать, в конце концов, рано или поздно. Ну да. Вот, тем более, что квартира-то востребована, жить спокойненько рядышком от города, тем более, что здесь, ну, езды буквально 2-3 минуты до города. Да, это правильно. Не может творческий человек работать и жить в четырех стенах. Не может. Надо как минимум квадратов 150, 180 или 12 соток. Что думается по этому поводу? Да думается, что семья растет, а когда в семье сын, надо, чтобы потом ему достался дом по наследству. Вот. Ну и опять-таки, да, творческому человеку надо что-то. А тем более, когда команда уже 10 лет существует, в которой ты играешь, вот, уже очень много костюмов. Поэтому приходится строить гараж, в котором это все надо хранить, и чердак хотя бы. Сейчас-то есть место, где встретить ребят? И так, чтобы пообсуждать, да. Знаешь, я, наверное, думаю, что любую КВНовскую обсуждалку раньше было, ну, по крайней мере, ну, не обходилось без
тонизирующего мышления напитка необходимость без разговора с соседями снизу, сверху, сбоку, там и еще. Вот сейчас можно спокойно в поселке Нежный проводить заседание и команды КВН «Уездный город». А здесь и проходят все репетиции. То есть мы собираемся здесь, находится вся база, то есть креативная, и мы вместе здесь и придумываем фактически у меня все время. Я вот еще сейчас говорю, сейчас начнется, когда июнь месяц, давайте загорать будем, у меня заодно. Давай там. Я вам там сделал площадку специальную под бассейн. Позагораем, почему нет? 11 лет назад, улетев из потрясенной страны к потрясающей, я задумался, почему там реально люди живут в пригороде, а у нас нет. Там эта норма жизни практиковалась давно, и 15 минут и полчаса до работы добираются 200 миллионов американцев. Вернувшись обратно, понял, предложений такого жилья у нас не было. И если там недвижимость подскочила в цене и дома стоимостью $200,000 перепрыгнули миллионную отметку, то сейчас по ценам прошлого века в США, на пороге нового десятилетия, нового тысячелетия в России, купить дом гораздо лучше реально в поселке Нежный. Вот так мы хотели сделать помпезный сюжет. Получился разговор по существу. Потому что те, с кем мы говорили, с кем мы общались, действительно довольны. Ну, соотношению цена-качество. Потому как есть, конечно, варианты и подороже, но они стоят гораздо и значительно дороже, а это уже недоступное жилье. И вернемся к тому, о чем мы начали разговор. О гордости строителей. Да, действительно, проекты типовой застройки, они по сути удачные. Потому что каждый дом конкретно не надо сдавать госкомиссии. А госкомиссия у нас, ну вы знаете, без большого стола как минимум дома не принимает. И, соответственно, есть там еще и газовщики, и водопроводчики, и различные такие усложняющие инстанции. Здесь же все под ключ и готово. Ну и со всеми документами, соответственно. То есть можно дом брать и в ипотеку, и тоже не проблема. Теперь, уже раскрывая секреты этих конкретно домов, спроектированных полностью строителями поселка Нежный. Почему проекты настолько удачные? Ну, потому что дома делаются быстро, очень теплые и надежные. И скажу вам по секрету, точнее уже секрета-то и нету, что видел точно такой же проект в реализации в районе Черновского, это под Миасом. И потом задал вопрос руководству поселка Нежный, как так, вы у них или они у вас? Ну, это они у нас. Точнее, эти проекты реализуются не в одном поселке.